Привет, криптоманы, с вами я, Олег Портовый, с обзором на бесплатную раздачу криптовалюты в Novel Tiank Airdrop. Novel Tiank является одним из первых криптовалютных банков в мире. И здесь мы за выполнение задач в социальных сетях и регистрацию на сайте получаем 100 токенов NVI, 30 токенов за каждого приглашенного, и заявленная стоимость одного токена составляет 1 доллар. Распространение токенов на кошельки будет 8 ноября 2020 года. Итак, мы переходим по ссылке, нажимаем старт, прописываем капчу. Далее здесь мы нажимаем кнопку запустить airdrop задачи. Нам открываются задачи, которые мы должны будем выполнить. Это присоединиться к телеграм-группе и добавить 2 друзей, присоединиться к телеграм-каналу, подписаться на страницу в Instagram и страницу в Facebook. Далее проходим регистрацию на сайте, устанавливаем свой адрес эфириум кошелька и заполняем свой QS. Проверку QS мы можем пройти в любое удобное для нас время до 8 ноября 2020 года. Теперь нажимаем кнопку Submit My Details и выполняем задачи. Вначале переходим по ссылке, присоединяемся к телеграм-группе. Присоединившись, нам нужно добавить 2 друзей. Для этого в веб-версии Telegram нажимаем и вот сюда. Здесь мы нажимаем Invite Members, пригласить участников. И здесь отмечаем 2 друзей и нажимаем Next. Возвращаемся в бот, присоединяемся к Telegram-каналу, после чего нажимаем следующий шаг. Следующая у нас задача. Подписаться на Instagram. Подписываемся, и в Telegram-бот мы отправляем свою ссылку на профиль. Далее переходим по ссылке, подписываемся на страницу в Facebook, и в бот мы отправляем ссылку на свой профиль. И теперь нам нужно пройти регистрацию на сайте. Переходим по ссылке, проходим несложную регистрацию. После регистрации обязательно переходим к себе на почту и подтверждаем свой email-адрес. Мы попадаем в свой кабинет, и здесь нам нужно будет добавить свой адрес эфириум кошелька с поддержкой ERC-20. Я уже свой адрес кошелька добавил, и у меня стоит кнопка «Редактировать», у вас же будет кнопка «Добавить». Вы на эту кнопку нажимаете, и здесь вставляете свой адрес кошелька и нажимаете «Сохранить». Чтобы пройти здесь проверку QS, она несложная, нажимаете вот сюда, приложение QS. Открывается вот такая страница. Здесь опускаемся немного ниже. Нажимаем вот сюда. Здесь мы прописываем все свои данные и загружаем свой документ. Выбираете или паспорт, или ID-карта, или водительское удостоверение. К примеру, если нажимаем мы загранпаспорт, отмечаем. Опускаемся ниже. Нам нужно будет отправить первую страницу паспорта. Загружаем. И нам нужно будет отправить снимок селфи с паспортом. Здесь мы вставляем свой адрес эфириум кошелька, отмечаем все галочки и нажимаем перейти к проверке. Напоминаю, что проверку мы можем пройти в любое время до 8 ноября 2020 года. Пройдя регистрацию на сайте, в Telegram-бот мы отправляем свой адрес электронной почты, которую использовали при регистрации. После этого мы получаем свою реферальную ссылку, приглашаем и дополнительно зарабатываем 30 токенов за каждого приглашенного. Проверяем свой баланс. На нашем балансе 100 токенов NVI. На этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры, и помним, что под лежачий камень крипта не течет. Всем удачи, пока!